Ребята, а у вас есть любимая игрушка? У меня есть. Недавно мне мама подарила игрушку, и теперь она стала моей любимой. Что это за игрушка? Сейчас расскажу. Как-то раз я рисовала дома в своей комнате. Я рисовала, рисовала, и вдруг ко мне подошла мама. Доченька. Да, мамочка. Ты любишь сюрпризы? А? Сюрпризы? Да, люблю. Закрой глазки, не подглядывай. Ага, закрыла. Так, вот. Готово. Можешь открывать глазки. Ух ты, это же плюшевый лисенок. Какой он милый, рыженький такой. И улыбка добрая. Спасибо, мамочка. Спасибо, спасибо. Не за что. Играй с ним, цени этого лисенка. Я хотела тебя порадовать. Я буду играть, буду, мама. Я решила показать лисенку нашу квартиру. Я взяла лисенка в руки и стала показывать ему, что есть в моей комнате. Вот, лисенок, смотри, это моя комната. Тут есть шкафчик, полочка, кровать, стол, стул. Тут я рисую. Видишь, что я нарисовала? Видишь? Я потом тебя нарисую. Так, давай я тебе покажу, что еще есть. Вот, это кухня. Тут мама готовит. Иногда я ей помогаю. Тут есть плита, холодильник, большой такой. Есть шкафчики, в них хранится посуда. Здесь тоже есть стол и стульчики. Хочешь покушать? Давай я покажу тебе всю квартиру, а потом поедим. Давай? Хорошо. Так, тут ванная комната, туалет, вот тут прихожая, а там комната, где живут мама и папа. Вот, там балкон есть. Можно увидеть красивый вид. Только я одна не могу пойти. Надо маму попросить. Мама! Да, доченька. Я хочу показать нашему лисенку вид с балкона. Можно? Да. Давай вместе пойдем на балкон. Вот, заходи, доченька. О, лисенок, смотри. Там другие дома. Деревья есть. И двор. Видишь? Красиво, да? О, мама, лисенку нравится. Да, вижу. Может, мы придумаем имя для лисенка? Имя? А как мы его назовем? Давай подумаем. А как ты хочешь его назвать? Сейчас. Так. О, Лучик! Потому что он как солнышко. Лучик. Хорошее имя. Лучик. Да, Лучик. Нравится тебе вид из балкона? Нравится? Здорово! Я стала часто проводить время с Лучиком. Я его кормила. Бутерброды он не так охотно ел, а кашу с удовольствием. Его мордочка была вся в каше. Особенно ему нравилась геркулесовая каша. Вот, ешь, Лучик. Я ем геркулесовую кашу. И тебе дам ее. Ну как? Вкусно? Ты решила накормить Лучика? Ага, вкусно тебе? Здорово! А чай будешь? Он еще и чай пьет? Да, еще я стала гулять с Лучиком. Он обожает солнечную погоду. Лучик так улыбается, когда видит солнышко. Вот, смотри, Лучик, солнышко светит. Тебе нравится, когда светит солнышко, да? Солнечный Лучик, солнечный. Лучик любит солнышко. Идем, идем гулять. Я даже спать укладываю с собой Лучика. Перед тем, как мама нам читает сказки, я придумываю сказки для Лучика. Лучик, хочешь, я расскажу сказку? Хочешь? Тогда слушай. Так, жил-был лисенок. Он любил прыгать. Прыгающий лисенок. Лисенок встретил зайчика. Зайчик спросил лисенка: «Почему ты прыгаешь?» Лисенок сказал: «Я прыгаю, потому что хочу быть как ты». Так зверята стали вместе прыгать. Вот. Ты кому читаешь сказку, доченька? Лучику читаю, мамочка. О, интересно.
А какую сказку ты рассказывала Лучику? Про лисенка и зайчика. И как? Лучику понравилась сказка? Да, смотри, какой он довольный. Один раз я с мамой и с папой уехала, а Лучик остался дома. Мне так хотелось его увидеть. Я скучала по Лучику. А когда мы вернулись, я тут же прибежала к лисенку. Лучик! Привет! Мы вернулись! Ты как, скучал? Я тоже скучала. Не грусти! Мы с тобой снова будем играть. Будем играть, да? Ура! Пошли играть! О, а хочешь, кашу тебе дам? Будет у тебя мордочка в каше. Пойдем! Да, лисенок Лучик теперь моя самая любимая игрушка. Я обожаю Лучика. Весело с ним проводить время. Лучику тоже интересно. Жаль, что он ответить не может. Но я уверена, ему весело жить со мной.